волосы в глаза лезут. Петю берешь, а то мешают. А куда ты так рано собрался? Возьми меня с собой. Бородатый ты мой, кудлатый ты мой, мой. Не надо. Уходи. Пошла. Шкуру свою бросай. Уходи. Давай быстрее. Я назад вален. Колесо отвалилось. Просто велосипед какой-то. Черт, Отто упал. Зуба. Здорово. Эта штука меня почти раздавила. На твоей могиле напишут: Обштандфюрер Херман Рот геройски погиб под русской телегой. Перестань, идиот. Achtung, der Obersturmführer. Was soll das? Что это? Военные трофеи, Оберштурмфюрер. Haben Sie noch nicht genug eigene Läuse? Вам не хватает своих блох?
Если русские блохи меня согреют, я готов кормить их хоть до Москвы. Снимите это варварское уродство. Завтра будем в городе. Получите чистую одежду. Подъезд освободить. Проследите. Так точно, оберштурмфюрер. Трепье сжечь. Гюнтер, быстро к оберштурмфюреру. Бегу. Приказ тебя не касается? Вы отлично справляетесь. Хочешь, чтобы тебя увидел оберштурмфюрер? Хочешь доложить? Когда я иду в сортир, ты тоже ему докладываешь? Все, иду. Ты свою дощечку уронил. Мы и так по уши в дерьме. Чистые сапоги ничего не изменят. Я пытаюсь хотя бы остаться человеком. Бесполезно. Марлен. Есть. Поймал. Сувенир с Восточного фронта. Пусть мама полюбуется на настоящую вошь. Отто, у меня бы попросил. Я бы одолжил тебе парочку в шее. А заодно и пару клопов из-под штаников Хермана. Простите, гер-офицер. Да, надо было бы оставить пару баб. Одну нам, другую для оберштурмфюрера. Ты пьян, хватит. Мне жаль оберштурмфюрера. Его скоро скрючат без женской ласки.
Заткнись, понял? Ни за что. Почему молчите? Или тоже хотите получить? Не хочу пачкать об тебя руки. Пойдем. Пора на боковую. Это мне решать. Ставлю на Морица. 5 рейхсмарок. Давай, Морец, покажи. Хорошо было. Расскажи, как. Мария, здесь показывать надо. А показывать нечего. Колокол. Neumann!
Прожектор на колокольню. Живо! Конрад и еще двое на башню. Снимите его оттуда. Морец к пулемету. Рольф, ко мне. Ханс, к колодцу. Отто, охраняйте вход. На лестницу. Или широкая балка. Готовы? Обстуфюр! Докладывайте. Разрешите доложить. Рация разбита. Починить сможете? Не знаю. Отто с Хансом живо в штаб. Сообщить о нападении. Есть оберштурмфюрер.
Schneller, schneller! За задницу-то и схватил. Ну так, шутили, уважительно. А учитель завелся. Слова всякие давай говори. Я даже и не понял, какие. Ну ладно, что, пойду я. Горе ты, моя луковая, больно. Не зря же люди говорят. Не умеешь, не берись. Любой бы на моем месте так же поступил. Я зато тебя и люблю, что ты не любой. Все, все, иди к своим мужикам. Кулаками-то махать. Дело не хитрое. Оказалось, что хитрое. Пообещаю, что больше никогда в драку не полезешь. Ну, пообещаю. Ты мозги есть? Иди давай, иди извиняйся. Обещаю, обещаю. Подожди ты, Люб. Обещаю, обещаю. А хочешь, мы тебе тоже на ячейку вызовем, а? Хочешь? Ты, значит, извини, помутнение мне вышло. А ты ничего, учитель, годящий. Степа, Степа, может, когда хочешь? Пошли домой. Да пошли, пошли. Ну, посмотри ты на себя. Какой ты у меня побитый, помятый, колючий. Мой. Thank you.
Ему нужен врач. Пока будем ждать, Конрад сгниет. Черт, мы же не на бойне. Не тяни, Альфред! Знаешь, почему я не пишу домой? Потому что не знаю, как писать об этом. Пойдем помянем его. Это не совпадение. Я тоже так считаю. Что-то здесь не так. Будьте наготове. Есть. Сообщите, как Отто с Хансом вернуться. Дорог каждый человек. Как обстоят дела? Трансформатор, реле, трубки, все разбито, все. Рация должна заработать любым способом. Я не могу обещать. Вы хотите выбраться живым из этого дерьма? Да, оберштурмфюрер. Тогда почините. Так точно. Я думал, ты этому учился. Да. У колодца. Под контролем. Приборы, технику, оружие. Осмотреть всю территорию. И смотрите под ноги. Могут быть мины. Вперед! Больше нет.
Дядь Петь, что с вами? Дядь Петь! Слышь! Что? Стой! Стой! Петька! Это не просто сброд. Во всех баках земля. Мы потеряли троих. Четверых. Сколько ему? 20? 21. Он даже еще ни разу не танцевал с девушкой. Надоело. Куда вы его? Больному нужна отдельная палата. Конрад неплохо держится, зато чувствует себя плохо. Хочешь? Что? Не мешало бы чего-нибудь пожрать. Без приказа? Без приказа. Хочешь об этом доложить? Дядь Петь, я принес. Дядь Петь, очнись.
Поешь. Потом. Волнуешься? Да ты не волнуйся. Ну, не сегодня, а завтра придут. Зря, что столько бился. А если зря? Отвали ты. О, нет, никого нет. Здравствуйте, молодые люди. Здравствуйте. Вы там по дороге случайно моих учеников не встретили? Нет. Дядя, вы нам мячик отдайте, и мы пойдем. Садитесь, потолкуем. А мяч? Отдам. Но позже. Давайте, садитесь. Ну что, давайте знакомиться. Дядь Петь. Ну? Завалено. Не пройдем. Вика. Слушай внимательно условия задачи. Если мы вдруг разойдемся, прячься в моем сарае. Я за тобой обязательно приду. Главное, не бойся ничего. Я ж твоей матери пообещал. Понял? Пойдем. Стену видишь? Беги туда. Сюда! Они с той стороны! Пошли, пошли, быстрее! Давай! Thank you.
Wo ist dein Einheit? Где прячется твой отряд? Нет, никакого отряда. Hat keine Einheit. Wie ist er hier reingekommen? Как ты проходил в монастырь? Вырос я тут. Er ist hier geboren und aufgewachsen. Отец звонарем был, а я послушником. Sein Vater war Glöckner und er war Novize. Когда красные пришли, отца и всех монахов. Als die Roten kamen, haben sie die Mönche erschossen und seinen Vater erschossen. Er soll uns zeigen, wie hier reingekommen ist. Покажи, где ход в монастырь. Нет. Nein. Wir haben den Jungen. Дети не переносят пыток. Твое признание его спасет. Покажи мне Федьку. Er wird Fett hier sehen. Пусть подышит. Альфред, дай сигарет. Mm.